Всем привет! Всех приветствую, кто заглянул на огонек к Соколовым. Я сегодня одна тут командую с коптильней со своей. Первый раз сама от начала до конца сейчас буду коптить. Вчера мы с мужем всю ночь коптили тут. Ой, капец, конечно, к дочи бегала, дочь просыпалась, и все это до 7 утра. А муж, представляете, сегодня еще в день на работу. Ой, кошмар. Ну, мы торопимся, стремимся быстрее и быстрее сделать, выполнить. Сегодня прилетел уже второй заказ у нас, поэтому мы не хотим людей подвести к Новому году. И я тороплюсь, копчу. Так что сейчас покажу, что у меня получается. Вот я загрузила сегодня еще одну колбаску. Вот она. Это домашняя у меня колбаска. И там немножко есть куриные туда дальше колбасы. И ребрышек немного загрузила. Ребрышек у меня еще вот остается чуть-чуть. Вот видите. В следующую партию они пойдут. Ребрышки еще у меня. Ну, в общем, чтобы полную коптильню загрузить, я решила вот так вот поступить. Коптильня хорошая. Ну, короче, буду сейчас стараться коптить. Все. Вот такой вот экстренный показ вам. Ну, возможно, еще что-то вам и сниму сегодня. Что у меня получится. Что выкоптится, закоптится. Возможно, фотографию ставлю. Колбасы, окорок. Мы вчера окорок, колбасу, рульки закоптили. Так что вот такие дела. Все вкусно. Все сочно. Окорок вообще обалденный. Сочный. Все. Я работаю.